компания Aston Martin представила серийную версию своего первого электрокара Aston Martin Rapid E. Работа над электрокаром велась несколько лет, так как руководство Aston Martin желало сохранить фамильный дизайнерский стиль, чтобы электрическая версия электрокара ничем внешне не отличалась от бензиновых собратьев. В связи с этим инженерам Астона Мартина пришлось электрическую начинку электрокара подгонять под дизайн, хотя обычно происходит наоборот. Несмотря на архисложную задачу, инженерам Астона Мартина удалось ее решить, и в электрическом Астоне Мартине сохранилась красота и гармония фамильного стиля легендарных моделей Астон Мартин. В движение электрокар приводят два электромотора, по одному на каждое заднее колесо с суммарной мощностью 610 лошадиных сил. Энергию электромоторы получают от специально созданного блока аккумуляторов с оболочкой из карбона и кевлара. До 100 км в час электрический Aston Martin разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Емкости же батареи должно хватить на пробег 320 км. Ну а чтобы сократить время зарядки аккумуляторов от городской розетки, инженеры Aston Martin оснастили машину специальным скоростным устройством, которое сокращает время зарядки до 1 часа. Однако для этого электрическая сеть должна обладать достаточной мощностью, а обычные городские розетки очень слабы, и зарядка от них займет как минимум 8 часов. Всего будет выпущено 155 экземпляров электрокара Aston Martin Rapid E. О цене машины и начале производства представители компании Aston Martin пока ничего не сообщают.